Итак, друзья, мы запускаем рубрику «Ответы на вопросы». На нашем канале YouTube нам задают очень много вопросов, связанных с яхтингом, и не только с яхтингом, может быть, какое-то мое личное отношение к происходящему на воде, но не суть. Мы запускаем рубрику, в которой я буду отвечать на то, что вы спрашиваете. Покупать ли новую лодку или бывшую в использовании? Я расскажу о преимуществах и недостатках. Если вы покупаете новую лодку, мы сейчас опустим момент, что вы первый обладатель, бла-бла-бла, это все не настолько важно. Какие преимущества покупки новой лодки? Вы можете получить конфигурацию, которая нужна непосредственно для вас, под ваши задачи. Беря лодку в чартер или беря лодку для семейного крузинга, совершенно разные подходы к планировке помещений и к фаршировке, собственно, к элементам, которые вы будете использовать постоянно. То есть, если вы берете лодку для использования в Средиземке, вам не нужен опреснитель, вам лучше поставить второй бак, потому что несложно зайти в любую марину и за 15 минут залить полный бак топлива и воды. Я за год сейлинга в Средиземке ни одного раза не пользовался опреснителем. Поэтому, если у вас есть желание купить просто лодку, вне зависимости от региона и условий использования, тогда совершенно не обязательно останавливаться на новой. Если вам нужна лодка под конкретные задачи, тогда, вероятно, вам придется рассматривать приобретение нового транспортного средства. Vessel, не знаю, разберетесь, как это называется правильно. Идем дальше. Если вы хотите купить использованную лодку, и, опять же, вне зависимости от условий, найти можно. После чартеров, после люди купили, не пошло, но, опять же, вы будете выбирать из того, что есть. Если вам что-то нужно конкретно, придется либо мириться, потому что не все элементы можно будет доставить потом, либо же изобретать какие-то способы, как то, что вам нужно, на эту лодку доставить. Поэтому, если вы хотите просто купить лодку, бушную можно вполне нормально смотреть. Следующее. На новой лодке первый год-два будет огромное количество поломок. Нет ни одной новой лодки, которая не ломается. Огромное количество узлов элементов, которые между собой могут плохо стыковаться, не перерабатываться. Будут поломки, будут отказы. Гарантийное обслуживание лодок работает очень хорошо. Поэтому первых год-два по гарантии будет заменено практически все, что может отломаться и отломается. Опять же, в бушных лодках, если она не сильно старая, не сильно ушатанная, уже все поломки, которые могли быть, они уже произошли. Поэтому у вас будут просто обслуживание регулярных узлов, и на этом, наверное, все трагедии закончатся. Поэтому, если вы хотите брать, резюмируем, если вы хотите брать лодку под конкретные задачи, и вы готовы потерпеть год-два на устранение недочетов, это новое. Если же вы готовы мириться с тем, что у вас в лодке не будет того, что вы хотите, но лодка уже будет более-менее прикатана, разве что могут быть поломки уже временные, бэушная лодка – отличное решение. Стоимость лодки. Мне этот вопрос всегда очень радует, наверное, своей бестактностью. Представьте себе ситуацию. Вам понравилась машина на светофоре. Вы подходите, стучитесь в окно и говорите, а за сколько ты ее взял? Ну, если тяжело найти ответ на данный вопрос, я вам помогу. Что я сделал? Я зашел в Google и задал секретный вопрос. Yacht Buy. Первый ответ, который я получил, это был Yacht World. Это сайт, который продает лодки. И я для вас сейчас озвучу некоторую информацию, сколько же такие стоят яхты, потому что я проделал эту работу, чтобы было, наверное, проще понять, сколько же стоит яхта. Итак, Бавария, 46, идем по мейнстриму. Лодка 2005 года, 125 тысяч долларов. Еще одна лодка такого же самого года, 135 тысяч долларов. Берем Океанис, 45-й, похожая лодка на мою, 12-й год, 350 тысяч. И еще один, 12-й год, 180 тысяч. Теперь идем
по лодкам, которые почему-то все приводят в пример, Амель. Берем старый Амель Мараму 86 года, 130 тысяч долларов. 54 Амель 11 года, 700. Ойстер 46, 82 года, 140 тысяч. И 2008 580 тысяч долларов. На похожие лодки, тот же самый Ойстер, бывают разброс в ценах 350 до 800. От чего это может зависеть? Страна регистрации. Если это безналоговая зона, то, естественно, НДС никакой не платится. Соответственно, лодка будет дешевле на НДС. Поэтому выбрать, если вы хотите реально купить лодку, разница в цене на одну и ту же модель может быть до 50%. Комплектация, флаг регистрации. Это два параметра, которые очень сильно влияют на стоимость. Поэтому, если нужно понять, сколько же стоит лодка, берете конкретную модель, берете ваш бюджет и понимаете, за сколько же можно это счастье приобрести. Продолжаем. Стоимость жизни на яхте. Вопрос правильный. Люди пытаются понять бюджет, который необходим на путешествие. Этот вопрос, который каждый должен ответить сам себе. Сколько стоит жизнь в городе? В каком городе? Какая жизнь? Кто-то получает 100 долларов и безмерно этому рад. Кто-то тратит в городе 20 тысяч, 30 тысяч в месяц и не понимает, как на эти деньги можно выжить. Ваши привычки. Где вы будете стоять? Какая акватория? Марина, буй, Средиземка, заброшенные какие-то острова Тихого океана. Что вы едите? Как вы живете? Это все влияет на стоимость. И это настолько сильно влияет, что совершенно нельзя сказать, сколько стоит жизнь, сколько стоит обслуживание. Есть очень общий показатель. Ежегодная стоимость нахождения на лодке от 10 до 20% от стоимости яхты. В этом диапазоне планируйте свой бюджет. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы провели время на нашем канале, посмотрели наши видео. Я надеюсь, они для вас были интересные. И хочу вас попросить, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Для нас это очень важно. We'll be right back.